Ох, ох, да. Что это? Что-то с National Alert опять. Я всех приветствую, кто сейчас пришел на стрим. Минуточку, я перетащу Streamlabs. Вижу, что Изида написала. А что с уведомлением-то? Конкретнее. Типа вообще не приходят? Или на сайте там не приходят? Или же в приложении не приходят? Вообще, по этому поводу следует обратиться в техподдержку Твича, потому что я в этом смысле, наверное, ничем помочь не могу. Я могу лишь помочь только тем, что можно подписаться в Твиттере, либо в там, ВКонтакте. Но лучше в Твиттере, потому что туда непосредственно из Стримлапса идут эти уведомления о том, что Господи, Твич, стрим начался. Вот. Вот так вот. Сейчас я запущу игру и начнем. Вернее, она запущена, просто про... Как это сказать? Интерфейс погрузить. Блин, я забыла себе кипятку налить в чай. Ну ладно. Поноем. Вот, я думаю, что сегодня мы будем на 5-2 часа где-то. В лучшем случае мы будем 3 часа, но посмотрим. Так. Момент. Так. Вот оно. Изида, ты что там молчишь? Ты про уведомление-то расскажи. Так, и. Так. Надо. О, Twitch Alert заработал. Сейчас обновлю это дело. Телефон куда мне так положить, чтобы он не особо не мешал, но был рядом, потому что всякие вещи могут... Блин. Стол огромен, а расположить. Наверное, два ящика по бокам, как бюро, не лучший был вариант, но удобно на самом деле, но часть пространства сжирается. Второму монитору не очень. Блин, я, наверное, приоткрою балконную дверь. Минуточку. Ой-ой. Что это было? Вот, приоткрою ее слегка, чтобы кота не открыло, но в то же время немножечко воздуха пришло мне. Ну так что, Изида? Изида тут? А нам надо побегать. Коте видно, кстати? Видно, вроде. Просто не приходит. Эх, это грустно, это очень грустно, обидно и неприятно. Ну, что поделать? Я ничего не могу сделать. Можешь ты в поддержку Твича написать, что вот такой потрясающий, красивый, прекрасный, чудесно, замечательный стример. Ну, я шучу, конечно, но ладно. Вот, и уведомления не приходят. Они вообще никогда не приходят, или чего? Вот. Или же приходит все-таки. То, что если не приходит, хрен его знает, что это значит. Может, это значит, что что-то плохо? Что-то пошло не так?
Ладно, мы сейчас... Я опять хочу пить, но у меня накрашены губы. О, мужик. Скажи мне, мужик. Yes, commander. Да, я камон, да? Вот меня очень напрягает, что у нее там просвечивают всякие вещи. Ваша новая... Блин, это он то же самое That's all. говорит. А, что ты Of орешь-то, course, commander. женщина, боже ж ты мой. Так, здесь всякие люди на блюде. Альянс плюс новая. Новый альянс, морпихи всякие. Морпех-стрелок. Спейс, михрен. Так, Кали Сандерс. Джек. Диана. А, ну это Диана. Надо спасать Диану от гнета порноиндустрии. А то ее туда запихнули. Она захотела стать журналисткой и пошла ко мне. Ну что значит не помните? Ну как бы недавно были, сейчас опять туда полетим. Мне нужен Джокер. Вот, в общем, блин, я не знаю, но напиши в техподдержку Твича, скажи, что все-таки не можешь, бляха-муха, не можешь So получать that's an уведомления. instructor? I guess anyone who messes with biotic kids gets turned into a small stain on the floor and ceiling. Ooh, and that was Cerberus attacking the academy. Man, that must have been like Christmas for her. Anyway, nice job on getting them out of there. They were throwing out some impressive biotic power. Вот так вот. Good. We could use some heavy Света. hitters in the Через biotics раз приходят. department. It'll Но be good если for them too. приходят, уже Biotics face a неплохо, lot of на мой discrimination. взгляд. If they save the galaxy, people will get over Блин, their ну как issues. они долго трындят, I didn't а? expect you to be sensitive about that. Hey, I'm just tired of them stealing the spotlight from people with actual disabilities. I break ribs if I sneeze too hard. Being able to move crap Надо with your же. mind is not a handicap. Ой, что скажет эта женщина? Yes, Shepard? Да, Шепард. Допустим, побег. Я не помню, спрашивал ее. Well, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, Я I deceived смотрю, their он прям в technicians. восторге от The crew did not tell them that I was a true AI, so the Блин, Alliance иди, ты soldiers меня believed I still расстраиваешь, had VI programming расстраиваешь. constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, Получается... you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints. Forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The Сурово. soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Пока это все. Carry on, Edie. Understood. Продолжим. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Yes. Теперь у меня палец в помаде. Чёрт. Чёрт с два. У нас чешется. Почему чешется нос? У меня в последнее время все время чешется нос. Так. Ладно. Сейчас сходим. Блин, так бесит, что они здесь. Убрали эти две комнаты. Commander, you may want to check in on shuttle pilot Cortez down in the armory. I just got word. Everyone from Grissom Academy has arrived safely. You wouldn't have known about them if you hadn't caught the distress signal. Ну неплохо, конечно, что мы. Thanks, Commander. Хорошая девочка, конечно, но ничего не. Я 100 лет командир. Я. Встретимся на цитадели. Миранда Лоусон. Капитан. Капитан. Я слышала, ты остаешься с Альянсом.
Могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать... Сейчас, секундочку. Тебя. Нам надо поговорить, лучше вживую. Меня найдешь на цитадели в доке D24, Миранда. Спасибо. Стивен Хакер. Пересылаем ему письмо от Кайли Сандерс. Тема бла-бла-бла, кому... Стивен Хакер. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в Академии, и адмирал Хакет согласился переслать вам письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, а я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои работы остаются... чтобы принять участие... Подкованные ребята, господи. Я думаю, что... Остаются... Чтобы принять участие в проекте. И когда я увижу, как они работают... Вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. Благодарить за все это будут вас. С наилучшими пожеланиями, женщина. Я не помню, как ее зовут, и я что-то как-то скрыла. Какая-то Кейли, что-то там ее зовут. Женщина, короче, какая-то. Не страшно. Так. Че ты ходишь по кораблю, а? Мужик, ты че ходишь? Он в туалет пойдет? Тихо. Не, не пойдет. Жаль. Здесь никого. Док. I'm glad no crew health issues to report. No crew health issues to report. Хреново. Так, пам-пам. Оборона. Усиливать броню защитными вихревыми токами. Так. Есть бронебойные патроны, оборона. С одной стороны. Не знаю. Пока не знаю. Может и стоит, может и нет. А отряд это я. Хорошо. Бросок. Скорость перезарядки. Второе биотическое поле броска ошеломляет еще одного врага поблизости. И скорость перезарядки. Блин, и то мне нравится. Наверное. Наверное, так. Все-таки. Деформацию потом надо будет качать. Так, что же там? Я не помню. Вот и какая там комнате. Что-то там лежало это. Пикет был, не, ничего. Пойдем сюда. Привет. Да, кот сейчас тусит со мной, потому что ему интересно. There is new information on the private messages terminal. Ну что, не говоришь с Гарусом? It was odd to see an entire academy just for biotic children. Don't Asari have biotic schools? Every Asari school includes biotic training programs. It's basic education.
Still, those children in the academy were very impressive. I'm sure Jack's proud. Я не знаю, мне не особо. Feel free to look around. Так, прочитаем то, что не читали прошлый раз, потому что мне было лень. Ха. Мне действительно было лень. Ну, крысобой. С котом все замечательно. Кот ведет себя хорошо вроде как. Мне страшно, что опять глазки начали следиться. Но, видимо, потому что мы вернули цыплаков и вкусняшки. Надо посмотреть за его состояние. Так, сообщение для серого посредника от агента Феррона. Вчера я связался с Тазиком. Не понял. С Тазиком он связался. Как это так? Тазик. Ну и лицо у него было. Ну если его зовут Тазик, наверное, и лицо у него было как у Тазика. Он не обрадовался, что теперь разведка в системах Терминус командую я. Но старался изо всех сил, чтобы мы остались живы. Никогда раньше я не видел стольких испуганных пиратов и наемников. Черный рынок нестабилен. Все сложнее связаться с поставщиками. Альянс не сможет полагаться на него. На него. В качестве источника материалов для строительства горна. Для строительства горна. А дела идут с каждым днем все хуже. Некоторые агенты считают, что нам нужно снизить расходы. Но я спрашиваю их, когда эти сложности останавливали посредников. Посредника. Феррон. По скриптам. Надеюсь, маленький дрон больше не использует слова «серый» и «посредник» при посторонних. Прикольно. Так. Глиф, напомни мне почистить старые записи, когда будет время. Возможно, я найду что-нибудь новое почитать. Нет, почистить, я правильно прочитала. А, возможно, я найду что-нибудь новое по протарианскому устройству Ляра. 2171. Сирайский университет согласился профинансировать мое участие в протеанских раскопках на Дритиропе. Господи, какие сложные у них названия в этих планет этих чертов. Как волнующе. Экспедицию возглавляет лично профессор Хеннел. Быть может, мне даже удастся узнать ее мнение о моих набросках диссертации. Приложение диссертации о британских протоколах первого контакта. 2174. Полагаю, доктор Джошин был прав, когда предположил, что найденные нам ПТАНские артефакты следует деактивировать. Датировать, господи, боже мой. Ололошка, привет. Датировать третьей, а не четвертой эпохой. Какая досадная ошибка. Но, по крайней мере, он вроде бы одобряет остальную часть заметки. Приложение, заметка про сравнение британской технологии современной схемной логикой Азари. Блин, вот маленькие буквы плохо, а большие тоже не очень весело, честно говоря. 2183, часть 1. Я отправляюсь в экспедицию на Терру. Никогда не думала, что получу разрешение на посещение тамошних британских руин. Тамошних, туточных, блин. Но Сирайский университет, видимо, все же выбил финансирование. Иду собирать вещи. Приложение, статья про закат Британской империи. 2183, часть 2. Богиня милостивая. Этот человек, Шепард, понимает Британ на инстинктивном подсознательном уровне. Если бы только я могла... Если бы я была на Эйден Прайм, когда капитан коснулся маяка. Попробую побольше узнать. То есть она бы коснулась, да? И Оленка бы выжил, кстати, если бы она была. Блин. Так.
считаешь? Он бы тогда не сделал ту хрень. Я вспомнила, почему мы не любим Оленко. Он меня тогда толкнул в лес под эту хрень. Вроде бы, ну, были проблемы из-за него, короче. Вот. Я вспомнила, почему мы не любим Оленко. Потому что он толкается. Вот. Так, попробую побольше узнать об этом шифре на Нормандии. Причастность к инциденту Жнецов меня, как говоря, озадачивает. Приложение наброски статьи про закат Британской империи с исправлениями. 2185. Я просмотрела старую видеосъемку коллекционеров, принадлежащую серому посреднику. Невероятно, но они британские хаски. После обработки жнецами в них вряд ли могла остаться собственная воля. Приложение «Доклад по британской биологии». Записи допроса... Блин, столько всего, кошмар. Записи допроса сотрудниками Альянса агента Цербера. Следователь Альянса 1. Да, ты посмотри, что за импланты ей в лицо воткнули. Следователь Альянса 2. Она проснулась, оперативник Цербера, неразборчиво, СА-2. Ну. Здравствуйте, вы знаете, где находитесь? ОЦ, неразборчиво. СА, ну, не буду я полное читать. Вы хоть понимаете, как сильно влипли? СА-2, я буду 1-2 говорить, на самом деле. Успокойся, слушайте, врать я вам не стану, у вас проблемы, но это не значит, что их нельзя как-то решить. Если поможете нам, мы можем... Взрыв. 1. Ай, кашляет. Ты в порядке? 2. В порядке, кашляет. Но, черт возьми, она мертва. 1. Что? 2. Все лицо исчезло. Это что за лицевая бомба какая-то? 1. Вот, блин, в Цербере что, все так заминированы. Звонок Кали Сандерс Джек. Сандерс, привет. Детишек смотришь, Сандерс. Как они, Джек? Джек, нормально. Держится надолго это. У меня же дело до хрена, Сандерс. Я хотела тебе сказать, мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическим усилителем, который ты с детьми испытывала в Академии. Можешь забрать его на Цитадели? Джек, блин, это который L3X1? А ты представляешь, как я всем могу навалять, если такой поставлю? А, Кайли, да уж. Можно представить. Береги себя, Джек. Да, ага, это. Спасибо. Письмо Кали Сандерс Дэвиду Андерсону. Господи, боже мой. Ну, она вот это вот... Зачем она это вылавливает, эти сообщения? И вот это вот мне приходится читать. Вот зачем. Много букв очень. Блин, я уже полчаса этим занимаюсь. Это письмо ты получишь не сразу, Дэвид. Придется еще поискать на земле работающий экстранет-соединение. Я добралась до того здания, которое мы строим. Устройство не готово, еще и наполовину. Но это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом дает мне надежду. Береги себя ради меня. Наконец-то мы это прекратили читать. Что здесь? Улучшение щиты плюс 1. Не понял, но ладно. Господи, эти мониторы дебильные. Да, дальше пошли по списку людей. Кстати, у Лолошика как дела? Если ты здесь еще. One of the worst parts of this war is watching the kids react. If they're lucky, they grow up thinking the galaxy is basically a decent place. Some rough spots here and there, but for the most part, life makes sense. Now they find out it was all a lie. They wake up to see these things in the dark that just want to destroy everyone they ever cared about. If they survive, there'll be a lot of angry orphans out there looking for answers. Так. Life just wouldn't have been complete if I didn't see Jack one more time.
It's nice to see she's downgraded from dangerous lunatic to mildly insane. You have to admit, though, she did see through Cerberus back in the day. I might have even listened, but her tattoos gave me a headache every time she walked into the room. Looks like we beat Cerberus again. I wish they had had a Grissom Academy of Victorians when I was growing up. Always wanted to learn how to paint. Now I mostly paint walls with Reaper blood. Not the same, but Garus. It's a living. Тут такая тема, я могу тебя научить рисовать. На удивление, я могу действительно это сделать. How's it going? Потому что я художник. И у меня художественное образование. Вот. Стоп, да, я везде была. Хорошо. У Дока я была, хорошо. Так, здесь кто-то был, я не помню уже. Не, никого не было. Здесь тоже никого не было. Меня на Цитадели много товарищей ждет. Инженерная палуба. Australia is no more. New footage from Earth reveals the Reapers' plans to attack large industrial centers. Which cities are next? Find out inside the battle space. Блин. Cerberus stealthily strikes Star System Shield. No, glad I read that one out loud. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Какой? Я графический дизайнер по образованию. А так я художник-иллюстратор. Еще дополнительно. То, что у нас комплексное образование, еще и скульптуру могу, и всякие вещи. Еще много чего. Хочет ничего мне рассказывать. Плохой человек. Интересно, а где? Пам-пам. Где все остальные? Батик. Здравствуй. Good dog. I love you. But I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Ну, господи, у него драма, походу. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking with him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. Хреново. Что забрали? Sorry for your loss. Это было очень неприятно. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits. There's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Не, ну ты можешь нам помочь, yeah, потом можешь right, but... что-нибудь... Well, to be honest, чистого листа, например, но это right не поможет, на самом деле. Нет, ну Изида, а что тут такого, блин?
любимый человек погиб, человеку грустно. Это печально. На самом деле не все могут справиться, ну, по крайней мере, первое какое-то время не все могут справиться с такой потерей. Если я отвечу, у тебя есть я, это как бы не повлияет на отношения? Ну, блин, как бы он, у него как бы муж был, а я тут скажу, у тебя есть я. Он скажет, что я не мой муж. И я обижусь, и он будет козлиной. Это будет грустно. Так. Ну, может быть, имеется в виду, я как командор есть я, а не как всякие вещи. Так. Блин, я не знаю, если я так отвечу, потом опять будет. Загрузка, я опять это все прокликивать буду. Not alone, Steve. I'm here. Anytime you need me. Ну, все хорошо, I appreciate все that, Shepard, I really do. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? I know. No. Commander, I feel terrible about leaving you on Grissom Academy like that. I did order you to leave. Yeah, doesn't make me feel any better. I'm just glad it all worked out. Ma'am. 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 Не люблю ma'am вот это выражение бесячее. Так, снажение. Ничего. Улучшение пистолетного магазина. Штурмовая винтовка. Вот если я сейчас штурмовую винтовку. Как там она называлась-то? Где тут? Мне ее надо. Ну, блин, привыкай. Жизнь изменилась. Так. Скорострель. Вес. Мне кажется, все-таки из-за изменения шрифта размера вес, процентное соотношение куда-то делось. Раньше было. Допустим, если я ее беру. Лучше... Вау. Магазин увеличивает количество зарядов в магазине. Пробивает всякие вещи. Высокоточный прицел. Точность — это хорошо. И магазин. В принципе, больше ничего не надо. Подтвердить. Режим обз... Что это значит? Назад надо подтвердить. И сейчас, как она там, что-то там она называется. Сейчас мы попробуем ее. Индира, по-моему. Нет. Значит, мы ее будем так искать. Мотыга. Итаган, трошитель богова. Аргус, по-моему. Ага, вот она. Сейчас посмотрим на ее вес. Ну нет, вес продолжает быть до хрена. Еще посмотрим. У меня так денег не останется. Ну, вес уменьшается вроде как. У меня уже денег все меньше и меньше, меньше и меньше. И да. Доколе мне ее можно улучшать? По-моему, все.
Я не вижу больше Аргус. Да, все, по-моему, больше. Я просто на примере. В принципе, если загрузиться, ну, это давно было. Хочу с разорителем побегать. Ну, в принципе. Это тоже Аргус прикольная. Я ее пробовал, мне она понравилась. А если разоритель, допустим? Улучшить. Защитник, потрошитель. У меня что-то... Вот это разоритель. Я так все деньги потрачу. Мне вообще неплохо позагрузиться. Я ничего такого не сделала, только с чуваком поговорила, остальные так. Где тут разоритель-то? Денег уже не хватает для улучшения. Но все равно не слишком уменьшается вес. Давайте я загружусь. Автосохранение было какое-то. 11 часов. Подожди. Так, последний сеанс. 01. 22. Вообще не сохранялось ни разу. Автосохранения не было. О боже. Сегодня какое число? 28. Так. Не, все-таки какой-то. Это час 38. 36, блин. На быстрое сохранение. Нет. Загружаемся. Откат! Потому что я с пушками нафигачила, ничего страшного не произошло. Я пока просто со всеми поговорил, я это потом сделаю. Вернее, я так прокликаю. Ничего нового. Так, с этим бесполезно говорить. Просто я не знаю пока, какую пушку. Они не дают никакого улучшения, ни одна из них. Ни одна из них ничего. Я кучу денег потратила. Вот, поэтому... Ага. Так, мы это все читали. Все. В принципе, можно до этого дойти, поговорить с Сузи и Джек. Дайте, господи. Так. Yes, Shepard. Они долго очень. Хорошо, что можно скипать. Ну, просто мне мало ли что-нибудь полезное дадут. Мне тогда дали героя, я вот, вот так вот. Жалко это все терять. Неудачно сегодня катку, уже час прошел, а мы ни хрена не знаем. Мы ни хрена не сделали. А сейчас еще под Цитадели будем широ ходить. Командо. Так, сразу пойдем в дух челнока. Поговорим с чуваком, который любит своего мужа. Так.
И не будем думать больше о том, что у него есть я, все замечательно. Он не один, да, все хорошо. Мы не будем, да, нам дали героя, мы не будем трогать пушки. Мы походим с этой. Вес. А, точняк. То есть, в принципе... Ну, это достаточно... Не, ну, короче, мне ее нельзя никак поставить. Я так поняла. Ну, может, модификации на эту накрутить. Какие я хотела там. Снайперская... Это и... Вот. Короче, ничего такого нет. Поэтому... Ничем мы не пропустили, ничего. О. Джек, ну, Джек, да. Ну, и Джек, не знаю. Она прикольная, конечно, но... My dad's last name is Sanders. No relation. Эй. Эй. Где собачечка? А, вот она. Собачечка. Мне эти чуваки ничего не сказали. Но собачечку нам, мне кажется, надо гладить. Собачечка. Hey, да, привет. Мы сейчас... инженерная палуба. Я не помню на инженерной палубе, что я был. Так. А, с этой поговорю. У этой послушала там что-то, что было. Ага. Adelaide, Australia is no more. New footage from Earth reveals the Reaper's plans to attack large industrial centers. Which cities are next? Прям много потеряли. Find out inside the battle space. Так, еще пока пробежимся по старым этим. Так, там никого. Жилая палуба. Да, просто хочу, чтобы все знали. Так, там ничего. Там ничего. Ты чё, прохлаждаешься? Ну-ка, стой. А, ну да, давай. Беги. Так быстро, как сможешь. А это скажет, что... Никто не болеет, зашибись. Так, а где наш повар вообще? Гарус скажет ничего такого, но у Ляры я прокликаю эти штуки, и потом поедем на цитадель, потому что у нас помогает. Надо сохраниться, кстати, а то я что-то тупанула тогда и не сохранилась, и начала с пушками фигачить. Я не знаю, пока никакую пушку я не могу улучшить, так чтобы... It was odd to see an entire academy just for biotic children. Don't Asari have biotic schools? Every Asari school includes biotic training programs. It's basic education. Still, those children in the academy were very impressive. Она не хочет со мной говорить. Feel free to look around. Да, осматриваемся мы. Вот это вот хреновина со мной больше не разговаривает. Что нет? Вот я не понимаю, что нет. Вот, мне больше нравится вот эта цифра денежная, которая у меня сейчас, нежели та, которая оказалась из-за того, что я протупила с пушками. В каюту можно не заходить. Так. Что он там говорил? Команда. Кто-то со мной хотел поговорить. Так, посмотрим. Цитадель, приоритет Суркеш. Примарх объявил военный сбор. Кроганов встретились с Иларианским. Иден Прайм обнаружил британский артефакт. Лаборатория Церр из наш Шрайк. Кодекс я так и не прочитала, ну ладно, хрен. Так, вроде больше никто не хочет со мной разговаривать. Продолжим. Я так и не поняла, честно, вот со сканированием тему. Ну. Так, туман. Чё это такое? Почему он горит? Лаборатория сервера.
Почему они? Мне не нравится, что они горят вот так, блин. Так, тут цитадель. Может, то, что они горят, это значит, что очень срочно надо. А ты загуглишь? Или затупишь? Загуглишь. А, сейчас... Давай я загуглю, проще. Так. Mass Effect. Потому что мне кажется, что... Три... Мигай... Мигающие... Задания... Я не знаю, мне кажется, что что-то... Как-то это... Задание в Mass Effect. Так. Сейчас посмотрим. Заодно я попью. Вот. И сможем сейчас понять, что куда. Вот. Ой. Я забыла микрофон удалить. Так. Так, задание. Блин, про характер задания ничего не пишется. Опа. О, Лолошек, спасибо за 100 рублей. Я не буду это читать, это нескромно. Вот. Секундочку, я сейчас посмотрю вопросы по прохождению. Минутку. Чё-то такой голос пропал. Много читала, что ли? Так. Так. Сейчас надо загуглить задание, именно чтобы оно выделилось в тексте. Хорошо. Так. Выбор между гетами и варианцами. Это какой-то спойлер, я не знаю. В принципе. И тех, вот. Так. Не то. Я вот именно про мигающее задание, я не могу понять. Во, зависимость между заданиями, вот это интересно. Еще раз спасибо за донат. А сейчас я кое-что тут обновлю. Это у меня очень странно выделяет эти. А как оно что показывает Twitch Alert? Так, сейчас я. У меня грузится форум. Я, блин, не знаю. Вот эти мигают. Лаборатория Цербера. Вот это мигает. Мне такое впечатление, что то, что мигает, это очень важно. А, или нет, стоп. Далее, по-моему, мигают только задания. То, что здесь заданий нет, здесь заданий нет, здесь нет заданий, здесь задания есть. По-моему, все понятно. Но приоритетные задания, я так поняла, только вот те, которые очень срочно надо делать. Так, тогда пойдем на цитадель. Вот. Ну, мне важно цитадель. Ой, как же у меня громко-то.
меня тут Коти с ума сходит, лежит, спит. Лапка дергает и что-то там кряхтит. Бедный ребенок. Плывем, господи, летим в цитадель, стыкуемся. Просит. Час проваландались на корабле. В смысле, доктор? Бр. Доки. О, доки, давай, доки. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Посольство. I need to get to the embassies. Yes, commander. Нахрена они меня спрашивают про что там такое? Посольство, не посольство. Что-то меня режет. Welcome back to the human embassy. Ничего она не хочет. Рассказывать мне не хочет. Карта по-прежнему такая. О, появилась новая. Так. Блин, надо поговорить с этой в больнице. Эш. Что за звук был? Соседи опять. Да, по-моему, соседи сходят с ума. Мне надо поговорить с этой Эшли. А то она спектром хочет стать, я не хочу, чтобы она стала. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. What's going on here? Ma'am, I'll cut you a deal. You buy us 90 million credits worth of life-saving equipment, and you can name the hospital whatever you want. Now the truth comes out. My job here is done. Так. Понятно. Ничего нет. Интересно, вот эти дамочки что-нибудь новое нам рассказывают. Freckled farm girl, maybe 15. She wants to hear all about what it's like to be a commando. You were probably the most exciting thing ever to land at her farm. Yeah. She's saying she wants to be a pilot, and I say that life on a ship is grimy. And she asks if I'd like to use their shower. Going by my records, you'd been on active duty for more than 3 weeks. Probably no real chance to get clean in all that time. Pretty much, yeah. Так. Допустим, Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm med physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? Как ее дела? How is Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Беженцы? This war has left a lot of injured people homeless. How's your center handling the extra load? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever.
Запасы. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Так, что тут еще есть? Я вот прям непосредственно к... к Таину-то пришла. Так он, кажется, бьет окно. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? No. Visiting a friend who got hurt protecting me, Ashley. The dark-haired human woman in intensive care. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. Appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Kepril syndrome has put most of my other plans on hold. Так. Сколько проживешь? Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities, no fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Блин, как-то обидно. Кузнечик с нами не хочет ходить, не понимаю. Блин. Я думал, я очень надеялась, что он пойдет с нами. Блин, ну как так, а? Ну, чувак. Coming by again, Shepard? I'm flattered. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Блин, очень грустно. Очень как-то грустно.
Ну, пойду Эшли навещать, раз уж Тейн не будет. They have biotic amp interfaces. I may be able to adapt for Asari use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Of course. If these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. I overheard you talking. Grissom Academy is gone, but I found this while I was there. What is this? Yes. These are tailored to human physiology, but with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Tell Matriarch Athena that our huntresses should have the upgrades waiting for them on their next shore leave. No, they were very easy to scale. The humans made some amazing breakthroughs. Да, Лулошка, я тоже очень надеялась, что Тейн будет. Я прям как-то дико расстроена. Что-нибудь ещё найдём. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. Что-то мне дают какие-то данные. Ой, блин. Да, что-то как-то Тейна не будет, это как-то грустно. Я прям очень сильно расстроена. Но он очень пафосный был. Это удивительно. I still need time. You'll have my answer soon, I promise. I look forward to it. Почему в спектр берут черти что? Меня, например. Shepard. Udina? Мудак. I got your email. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. I need to think about it some more. It's a big decision. Smart to give it some thought. Here. I picked this up for you. Figured you had some downtime. Thanks. That's sweet. I've been climbing the walls. How are you doing? Good, considering. The nurse said you checked in on me earlier. Блин, разукрасили, конечно, ужасно. We didn't have time to talk. I thought maybe if you were up for it. Yeah, I wasn't sure you wanted to. You were pretty clear on Mars about where things stood. What do you mean? You're not a part of Cerberus anymore. No. Case closed. Full типа stop. Того. It's the truth. Okay. You cut all ties. I accept that. It's just that if you're giving the orders, I need to be able to count on you. Вообще аналогично. Ты расистка. That works both ways. It's a damn mess out there. All we've got is the people around us. Ты расистка, просто, понимаешь? We have to trust each other, or this doesn't work. Это плохо. Deal? Нельзя Deal. Так делать. When you're back on your feet, we'll talk some more. Shepard, wait. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy. But I know you're busy, Shepard. We can talk later. Давай. Рассказывай. I've got time to talk. Ничего страшного не будет. Так, давай, да, капитан, рассказывай. So what's all this lieutenant commander business? Seems like the old Williams curse is losing its grip. Well, sure, I top out at gunnery duty. А то, что у тебя лицо изменилось, это тоже ничего, да? Это тоже, можно сказать, что проклятие нет, да? Eden Prime. Losing 212 was... Капитально, лицо уже изменилось. You know, it was the Reapers, Ash. You did the best you could and survived to help us. Just losing everyone under my command, it's tough to face. I'll never forget any of them.
Right now, we need you back on your feet. I'll be back. And first order of business is to shove their metal tentacles right up there. I'll fight with honor and courage, ma'am. Roger that, Elsie. Так. Контакта нет? I didn't hear from you while I was a guest of the Alliance. I couldn't face you. Even when Anderson requested my presence, it was difficult. It's okay. We're both professionals. We have more important things to worry about. You're right. I'm just restless, laying here, doing nothing. Так, твоя семья. Who's back on Earth? Mom plus my three sisters. The youngest, Sarah, was away on her honeymoon. Married a military man, Thomas. He got called back in and she was stuck alone. She called me. It's been pretty tough. I imagine. I was always there to protect them growing up. Even when I was off on tour, they knew they could talk to me. I told her to come to the Citadel. Не, она меня тоже в первой миссии учит. Так. Допустим, работа вместе. If we plan on getting through this, we need to trust each other. I was trying to keep the family stuff to myself, to be professional. I don't know how you managed to keep it all together. There's a war on. People are counting on us. I get it. But it's still hard to put it all aside. Have you heard anything about Earth? We have reports coming all the time on what's going on. Half are wild speculation, and half are probably too optimistic to be true. We have to believe that we can do something. When I thought you were dead, I lost hope. I'm telling you. But when you came back, I was ready to believe anything. I mean, maybe this problem can't be solved by some grunt shooting the boogeyman in the face. But if you think it might help, I'm game. That sounds more like the Ash I know. Так, больше ничего нет. Справляйся. Может быть, не надо. Will do, Commander. Да. Алов Позишн 0xb, спасибо за подписку. Почему у вас у всех такие сложные ники? Даже у тех, кого просто слова без цифр. Это прям сложно. Так. Блин, мы потеряли Тейна. Как так? Я не знаю, что теперь делать. Так, посольство. Док Нормандии, общий президиум. Посольство. Общий президиум мы там, по-моему... Я ёлки, посольство. Нет, мы были в посольствах. Допустим, общий президиум. Так, посмотрим, что там. Ага. Что нам скажет Авина? Да, тебе не хворать, голографическая женщина. For assistance or for information about our special promotion, talk to me or contact the Citadel Tourist and Visitor Board. Рассказывай. Земные флоры и фауны. This place feels familiar. The sounds, the smells. It's like being back on Earth. The current decoration budget was approved by Ambassador Asoba, the human representative for Earth on the Citadel. Each species granted ambassadorial rights on the Citadel can apply for a slot on the decoration schedule to change the promenade and parks below. The only condition is that the proposed environmental features not be toxic to species living on the Citadel. Я не знаю, меня это еще в начале сам удивило, что почему именно Азари, почему не что-то другое там. What else is in the area? Допустим. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Recently, new biometric systems have been added. В принципе, ничего не произошло. Я потратил деньги на пушки, потом загрузилась.
и заново все прокликала, была у Эшли в больнице. Если сразу просто вопрос отсекаю. И мы потеряли Тейна. И это ужасно. We respect your privacy, Commander Shepard. To opt out, please visit the Citadel Tourist and Visitor Board. Так, рекламная акция. What's this promotion you mentioned? Producer Jean-Marie Aronisius is donating a portion of all proceeds from her new Blasto movie to the Citadel's Military Defense Fund. Audio excerpts. Я разговаривала, он не присоединился. Are now available for your listening pleasure right here on the Presidium. Это ужасно. We're gonna check this out. To listen to excerpts, simply go to the features hallway and find the Blasto 6 Partners in Crime publicity panel. Это было очень грустно. Any other important areas I should know about? Я еще не поняла вот на карте, где планеты всякие, что за сканирование, что оно дает. Оно ничего не дает, по-моему. Вот это странно очень. Убрали мои любимые зонды. If you wish to contact your species official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading edge care at the Huerta Memorial Hospital. Допустим, где бар? Do you have any information on purgatory? The term purgatory is present in many civilizations with varying associated uses and meanings. No, the bar called purgatory. The Citadel Tourist and Visitor Board has no establishment by that name on its list of approved nightlife entertainment facilities. Понятно. That's all. Please speak with me again if you require further assistance. Понятно. Банк. Там банк. Банк. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. Can't sit around watching what's happening to Earth anymore. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for Пока нет. The one he's never even fired. Пока не купила, но куплю. Я даже не знаю. Я как военная должна... Пусть они... Пусть эти... Шепар, я, блин. Шепар, понимаешь? Женщина, ты вообще ничего не знаешь. Я вот спросила про сканирование планет. Вот ты можешь нажать сканирование, и ни хрена не происходит рядом. Просто бегать и нажимать сканирование. Так, банк. Канал экспорт. Так, модуль консервации, амортизатор. О боже. Карпы. Карпы, берем карпы. Что дает это сканирование вообще планет? О, господи. Останавливание. Блин, это прикольная броня, но не хочу в ней бегать. Она дурацкая немножечко все-таки. ПП. Так, автоматическая кормушка. Так, с магазин пистолет. Для дробовика. Так. Mm.
unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safer. Так, понятно. Никто больше со мной здесь говорить не хочет. Карпов я купила. Хорошо. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids, it's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. О, Господи. Then you need to tell him. Сурово. Так, кафе, Аполло, жилище внутренний двор. Надо везде походить. Так, сейчас минуточку. У меня не полностью открывается, сейчас я в режиме модератора гляну. Так. Так, области, если на планете что-то интересное. Если нет, ничего не делают. О, Господи! А я не видела шкалу. Понятно, но я не видела шкалу заполнения жнецов ни разу. Где она находится вообще? Жесть какая. А я уже тыкала просто так сканировать. Ничего не происходило. Ужасно, ужасно. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI translates for all standard weapons. Я надеюсь, что жнецы меня не заметят. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. А может быть это в зонах, где жнецы указаны? О, блин, я была в одной и тыкала, и ничего не произошло. Ужасно. Так, здесь жилище, блин, там Миранда. Наверняка. Я хочу в кафе. Может, там рыбу продают в кафе. Ее можно будет жрать. Блин. Где можно жрать? У меня сегодня что-то аппетита нет. Вообще никакого. Я больше приготовила на вечер. Ничего такого тоже. Блин. А чё у вас кухня пуста? Вы не открылись? Не хочет меня обслуживать. Нет. Так, ладно. 6 рынок. О, рынок мне нужен. Рынок. О, женщина сидит, можно с ней поговорить. А, это Ляра. А чё это она тут делает? Какого хрена? Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? И как же такой забыть, ёлки-палки. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? Изо, heavy arms, mercenary groups. Ну, отдыхай, блин, и не трогай Гарусу больше. Take a moment for yourself now and then. I know, I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us.
Что, все, отпустила она меня? Странно, Лиара. Внезапно. Может, и Гаррис можно найти, он что-нибудь делает? А, вот, тут написано Лиара. Понятно. Сузи Джой. Они на рынке? Почему Гаррис не гуляет? Господи, это те чуваки из первой и второй части. Прикольно. Так, I remember you two. Да. Michael and Rebecca, right? Mm-hmm. Listen. Так такое забыть-то. Do whatever is best for your family. Just do it soon. We will. Mm-hmm. Thank you. Да пожалуйста, вы меня задолбали уже просто. Вы реально задолбали. Так. Что это? Добро пожаловать. Это вот это рынок. Нет, это не рынок, это внутренний двор. А почему я? Что такое? Ничего странного. Ну ладно. Ой. Ладно, попробуем. I don't think I can do this anymore. I know what you mean. I thought our training prepared us for everything, but this. Every time that Asari Commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her. Очень похожий голос на Тали. All over again every time she sees me. It's not your fault. Any human would probably trigger that reaction for her at this point. No. I looked up the file on that colony she was at. That girl she keeps talking about? We look alike. I shouldn't even be allowed in to help anymore. Ага, все правильно. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be imperiled if we do not act soon. Of course, I will do everything I can do to help. We are family. The extreme weather conditions may require technology that is not readily available on the market. Так, это что такое за БЦ? Загрузка. Что за загрузка? Что это было? I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model for store credits. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book for my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Я не знаю, подожди. Пусть они пока потрындят. Прицел для пистолета пулемета. Это на 15%. Так. Радиатор.
There's nothing I can do. Our customer service specialists are always interested in purchasing new technology. I'm afraid I can't help you. Так, штурмовая винтовка, сверхлегкие. Уменьшает вес. Ага. Покупаю. И вот это покупаю. Вот, если тогда... Это пусть будет. Длинный ствол, высокой скоростью, снайперской шум. Но это я потом куплю. Штурмовая винтовка увеличивает точность 120%. Блин, ну это у меня что-то стоит сейчас. Так. Блин, я даже не знаю. There's nothing I can do without a sale. Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's about. Ну вот. Maybe? That didn't cross your mind the other 10 times you visited this week? Yeah, sorry. I'll just, yeah. I've never seen anyone so obsessed with getting a refund for a toaster oven. Очень непонятные вещи сейчас произошли. Так. Красивенько. Фью, фью. Так. Шесть рынок. Здесь должны быть эти чуваки наши. Я сейчас и там всру деньги. Hey, Commander, check it out. Big news. The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on Quasar tournaments. Tips on how to make your apartment look bigger. And, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. Ну да. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep. No, that. It'll happen. Once there's something people can do to help. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, no, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vralik syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. The bomb. Так. Hello, Shepard. Yeah. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity. Man, does objective reality really exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. Oh. How do you know when someone is romantically invested? They'll usually show signs. Допустим. Stop thinking about you. You know, asking you out. Зачем она на этом внимание то так? Maybe playing music. Гару странно себя вел. Material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like the man who hung himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Hmm.
Я думаю, так. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity, but you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Забавно. А еще можно с ней поговорить? I have noticed many displays of public affection on the Citadel. The rate seems disproportionately high. Everybody could die tomorrow, Edie. Ололошика. Ну, есть немного, да. Я тут про твои, твои женские эти не буду ничего говорить, но действительно, ну так, так, есть что-то в этом. Броня Инферно, запас моей дубовика, штурмовая винтовка, улучшение магазина. Это. Меня вообще интересует рыба. Рыба, вот здесь наверняка есть рыба. Здравствуйте. Вы странно переехали, и это больше не мой любимый магазин в Цитадели. Так, сверхпрочный для ПП, для не ПП. Бляха, кому она нужна? Модель... Цитадели, тем поражение мозга для пистолета, усилители. Хороший у вас сувениры и спортивные товары. Так, модель Цитадели берем, конечно же. Мы нормальные люди, да. Больше магазинов нет? Это что? А чё ты один стоишь тут на солнцебеге? Ты потерялся? Он потерялся. Так, чё у нас там дальше? Те кафе. Так, это есть. Там мы походили. Хотя я не уверена. Нет, вроде да. Так, третий у нас кафе. Оно не открывается. Значит, нам в жилые сектора надо к Миранде. Так. И это наверх. Угу. Так, где-то здесь было, да? А, вот здесь. Так, я не помню, какой она в комнате, поэтому я буду бегать везде. Пока мне не укажут. Тихо. Ты кто? Ты кто, чувак? Так, я... Пардон. Где Миранда? Так, это кодекс, так. Неужели я не прочитала это сообщение? Не, вроде прочитала. Так. Блин, наверное, надо вернуться на Нормандию прочитать, потому что... Где там такси было? Блин, вот, вот эти хреновины с загрузкой, перезагрузкой, блин. Вот она. Ну, вернемся на Нормандию, сейчас посмотрим. Изид, не начинаю, вроде он ничего такого не сказал в этот раз. Так, сейчас посмотрим письма. Не, я прочитала вроде. Миранда. Так. А, в доке она, господи. Мне показалось, что она в жилых комнатах. А, она про жилые комнаты говорила, когда, по-моему, у серого посредника мы читали. Так, ну, доки.
Я перепутала. Дядя. Давай посольство. А, или общину президент. Неважно, в принципе. Так, мы все обходили, обошли. Тогда посмотрим здесь. Или это... Ладно, неважно. Тогда Миранда будет сказать, что повредить очки умений. Это какое-то задание, наверное. Ого. Oh my. Field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Так, это вообще нужно? It's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality, too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Да? А можно с него уйти после диалога? Я просто как бы все... всю цитадель изучаю. Мне сейчас загружаться, ну, никак не... I could have used your help 3 years ago. Не очень. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now, with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? Ой-ой! Oh my! Oh boy. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Он что, запозащенный, что ли? Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine, but I could use your help sorting this out, Eddie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? I... What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark, cold, like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Oh. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger. But I would never do that. Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... Gah! Это похож на тот артефакт, который у меня был в каюте. Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Oh my. Damn it, get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, ma'am. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update?
Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. Oh. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator. And it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. Блин, нам нужна вот эта хрень. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral. Это важно, это надо найти. Yet, given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Круто. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but... Да я такую хреновину находил уже в прошлой части. Когда она была огромная, а потом в моей каюте была такая маленькая. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say. Надо попробовать. He mentioned extrapolating Leviathan's path and crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data. Judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Garneau? Ёб твою ж налево, блядь. Что это хуйня? Чё за... Не, ну это прекрасно просто. Больше ни на что тыкнуть нельзя, жалко. Does this tell us where Garneau went? Прикольно, прикольно. But we may be able to narrow down his location. Прикольно. If we find clues he was using in his search for Leviathan. Is this Prothean? Yes. I believe Dr. Bryson and Liara would have had much to discuss. Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. Prothean artifacts. Mm-hmm. Прекрасно. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Это чё? Oh my! Можно здесь? Ой, блин, так уютно, так хочется побегать по этим мостикам сраным. Shepard, we should not leave until we have more information on Garneau's whereabouts. Ну ладно, давай брать информацию. О, господи. Блин, почему он разбросал все везде? Это мужик. О, господи. У него огромная лаборатория была. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... Жесть. It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart? The hell does that mean?
The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Сейчас, секундочку. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Блин, сколько здесь всего? I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding this search filter to the galaxy map. Так, деформацию хотел. Так, увеличивает на 40% наносимый урон, увеличивает продолжительность на 60%. Увеличивает на 15 урон наносимой цели оружием, увеличивает. Так, здесь урон барьера в броне. Чего-чего? Ну, это немного. Так, увеличит урон барьера. Так. Судя. Ой, бля. Воспламенение, перегрузка. Перегрузка, конечно же. Так. Урон. Обездвиживает. Скорость перезарядки, урон. По счетам. Так, ловушка. Отвлекает противника ложной целью. Загрузка. Защитная матрица. Усиливает броню. Но воспламенение это было прикольно. Ловушка. Неограниченный и. Значит. Но воспламенение тоже прикольно. Урон. Увеличивает урон. На 40%. Повышает скорость перезарядки. Здесь, наверное, скорость. Здесь воспламенение наносит больше урона. Увеличивает. Вот это. А, не хватает. Ладно. Подтвердить. Ой, сохранимся. Так, что там еще? By Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. Кот спрыгнул. Если кот сейчас попытается открыть дверь балконную. Нет, не попытать. А, он хочет на ручки. Иди сюда. Иди сюда, мой зайк. Тяжелый ты, зайк. Ай, я ударилась головой. Ой, боже мой. Вот так вот, коты. Вот он, маленький мальчик такой. Котиный маленький мальчик. Вот что мне с ним делать, а?
зевнул так сладко. Ты мой сладкий кот. Такая... Ой, он пахнет кошачьим питанием. О, он мурлычет. Он мурлычет, я не могу. Да, привет, привет, мой сладкий мальчик. Замечательный кот. Вот, да. Он очень милый, он потрясающий, я так люблю этого кота. Он такой ласковый, такой сладкий зайчиный кот. Да, привет, ой, ты привет, ой, ты мне нос сломаешь так, ты мне нос так сломаешь, зайка, бодается, бодается зайка. Ой, все, хватит с меня кота, да, я ухожу. О, господи, вот это вот внезапные перемены его настроения тоже меня бесит, блин. То приходит ластиться, то такой, блин, все, у меня дела, я пошел. Это бесит. Так, у меня тапки поменялись. У тебя вечные дела, кот! Ты меня не любишь. У него вечные дела. Да ладно, продолжим. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Он меня не любит. Meteorite sample with traces of element zero. Would Leviathan need Izo? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element zero will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element zero? Adding the search filter now. Ой, фильтр добавлен. Кот, если бы кот полежал на мне, было бы лучше, конечно, но он ушел. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Блин, столько всего тут тыкать. It may be visible under another light source. Тарианин, 17 августа, короче, 2185. Тарианин, форма жизни, обнаруженная на Феросе, позволяет взглянуть на эволюционный путь по настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не пользуется ретрансляторами массы, даже протерианские артефакты для... Да что все протериане говорю, да что ж такое-то? Уже третью часть. Артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что жнецы направляли эволюцию живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Тарианин исключение из этого правила. Он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если Левиафан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ним схож. Тарианин контролирует разум своих жертв, заставляя их задуматься... Ой, заниматься... Так, Квайгон, что такое? Заниматься физическим трудом, как человек пользовался бы собственными руками. Капитан Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемого дурманивания. Схожим образом должен действовать и Левиафан. Так, Квайгон, пожалуйста, не лезь на стол, а? Пожалуйста, не лезь, ты же умный кот. Что мяу? Что мяу? Мяу, говорит. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding it now. Что он там? Сейчас. Что ты там делаешь? Не надо, пожалуйста. А? Ты же умный кот. Ты умный кот. Да, трется о ноги. Зайчный. Зайчное животное. Зайчное. Зайка. Зайка, да? Тебя зайкой назвали. Ты зайка. Ты зайчный кот. Ой, зубоньки мне показывает. Зубоньки, улыбается кот.
Господи, так прекрасно, когда кот показывает зубы. Лох-Несс-монстр? Чего? Опять наручки? Ну ты же не любишь наручки так долго. Лежать на ручках. Давай. Я, говорит, наручки хочу. Так, можно достать до стола. Вот он. Вот он, маленький кот. Его не видно, правда. Дё, привет. Привет, Оди, привет. Привет. Привет, мой сладкий. Привет. Ничего, такое сладкое животное. Это не могу просто. Я от него прось. Это прекрасный кот. Вот он говорит, давай, не играй, давай чеши кота. Ну, блин, я не могу постоянно чесать кота, когда он просит. Блин, что делать? Надо там наверх подняться вроде как. Квай-Гон, пожалуйста. Квай-Гон требует ласки. Я не могу ничего с этим поделать. Его не видно. Вот, не видно его. Он... Ой, я в стену врезалась. Квай-Гон. Вот он. Вот он. Не видно его, да? А, вот он. Видно. Вижу, в камере видно кота. И мой сладкий. Такой ласкун. Пойдите, пойдите. Чесать, говорит, его надо. Чеши меня, женщина, чеши. Он отнял у меня обе руки. Ты мой зайчик. Ты мой зайчик такой сладкий. Ты мой зайчик сладкий. Лё, как можно не любить котов, а? Я все заезжаю, все, кота теперь не будет видно. Вот и мой зайчик. Вот так. Вот так, да. Вот так вот. Он меня лапкой гладит. Это так чудесно. Это так прелестно. Это так чудесно. Только он мне не дает играть. А это не очень прелестно. Очень сложно. Он сейчас положил голову на мою руку. Так, сейчас туда сходим. Чё мур-мур? Мур-мур, говорит. These are all murdered witches you accused, locked in a room. Ну что такое? Уходишь? Тихо, 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 не упади, не упади. Хоть, давай, аккуратней. Так просто не поднимешь уже. Давай, аккуратненько иди. Давай, давай. Давай, 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 давай. Я, говорит, красивая кися. На стол красивая кися не идет. Она идет вниз. Все. Хватит. Не хочет. Я, говорит, не хочу никуда идти. Ты почему меня указываешь, куда мне идти? Я тебе указываю, ты тарахтишь, мурлычешь, иди сюда. Давай, 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 давай сам. Давай, давай, давай. Давай, молодец. Когда он будет весить 10 кило? Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Doing so now. Да. Так, надо сейчас все туда. Rachni activity. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Element zero deposits. Да, Изи, ты чудо кот. Потрясающе. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Что мы еще не добавили вот это? Blackout crimes. No results. Блин. Some of our search parameters may be irrelevant. Что-то еще не нашли мы. Вот эту дрянь, может? Нет. Так,
надо еще. Но у меня кот помешал, я сейчас пробегусь еще. Ничего, пробегусь. Вот. Ann Bryson. А, нет. Records indicate Ann is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? Кто бы знал. Interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. Кто знал? Бля, я теперь мокрая Шепард. Блин, отстой. Отстой. Сейчас вот где кот мне мешал, я пробегусь еще. Ага, вот понятно. Another piece of Ann Bryson's childhood art. Квайгон, ты мне помешал. Реально, Квайгон. Я из-за тебя штуку не нашла. Че ты меня хватаешь? Он мне хватает. Котейна такая. Alright. Let's get back to the data pad we found earlier. Попробуем потыкать еще. Теоретически мы можем пройти через парк. Да, хулиганистый кот такой у меня. Вот. Но ему можно, он мейн-кун. Они вообще характерные такие коты. Ему пока 5 месяцев, он бесенок. Так. Чего-то нет еще. Бляха-муха, как это бесит. Чего я не нашла-то, а? Что не найдено? Ёлы-палы. Оу. Чё-то нашла? Blackout crimes. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Five possible systems. Чего? Ocean artifacts. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Zero deposits. No results. Some of our search parameters may так, be irrelevant. Так что-то я не понял. Five possible systems. Может, улететь можно? А. Так, тогда сохранимся и полетим дальше изучать Цитадель, а потом док. По-моему, из дока Нормандии можно попасть в другой док. Не, в другой док, но все нужно. Или она на Нормандию сразу прилетит. О, эти заставки! А, не, все нормально. Так. Мне надо к Миранде 3. Ага. Нет нового ничего тут. Нет, ничего. Не, пока по цитадели, то задание, кстати, вот которое... Господи, вернуться на Нормандию не надо. Которое
Вот я в цитадель туда ткнулась. Вроде прикольно было. Там продолжение, надо Лефиофана найти, это прикольно. Надо найти. We live in interesting times. Интересно, она присоединится. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Или тут совсем новое. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure. Но если я его, допустим, на середине, фига у неё. Это за, ну, брошу, ничего не будет хорошо. Это было ужасно. Понятно. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people, like you. The Citadel is a good place to meet, for now. What's the Alliance's next move? We have a plan. Мощный обстрел. Not surprising. Shepard, there's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister Ariana for a while. I'm getting worried. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. Что я могу сделать? What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay, I understand. I have to figure this out. Рассказывай. Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation? Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No, he doesn't. Понятно. Why do you think your father is involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away, I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened, but I'll fill you in when I'm certain. It's been a long time. What happened to you? Блин, она настолько длинная, это уже четвертый ролик. As glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. I am. Так. If you're looking for a lead here, anyone associated with Cerberus. Я думаю, сейчас под стадель чуток побегаю и закругляться буду. Someone here will give me a tip on Ariana. Это уже завтра, потому что я сейчас под стадель еще побегаю и все. Мне там надо к этой в бар сходить. It's been a long time. I've been in hiding. Было. It's all right. I imagine. You're было. I am. Yeah. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. Жалко, что no ее нельзя взять в команду. Блин, охренеть вообще. Старую команду нельзя взять. Отстой. Так, Левиафан. Что еще? Президиум. Нагревы какие-то. Панцелин. Мне нужно в этот бар, как вот он. Бар. Now arrive.
arriving at ward level purgatory. Кому-то плохо. Ложка, надо есть. Anyway. Это плохо, если не есть. Такие звуки. We're doing what we can with what we've got here, but let me finish. Our power grid can only handle so much power before it shuts down, and we can't use the backups. No. Поешь обязательно, Лолошка. Нельзя иммунитет ослаблять искусственно. Мусяка. Hey, you ready to get this party started? Hey, now. Ну так закажи, закажи. Что такое? Блин, почему они все тыкают всякие вещи, а я не могу? Фига там. Этажи. Каждый раз новые бары, блин. Не надоело. Здесь есть карта? Да. Вход для VIP. Я зашла в вход для VIP. VIP, зона отдыха, нижний бар, танцпол. Джеймс? Джеймс? Серьезно? О, господи, женщина, что ж ты делаешь? Так, что тут происходит? Тут женщины, им плохо, наверное, от изи до приятного аппетита. Что с женщиной происходит? Зачем я на нее нажала? Почему я рядом с ней начала танцевать? Что за хрень? Окей, ладно. У женщины совсем какая-то беда у этой. Не знаю, это как привлечь внимание. А выпить мне можно? Блин, все заняты. Да ёб вашу ж мать, а. Ничего нельзя, блин. 4 танцпол. Нижний бар. Сначала вот сюда сходим, посмотрим. Поговорим с ней. Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari counselor. Greetings, Aria. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are. Done. What else can I do for you? Nothing. Thank you. My pleasure. Ого, Бейлис пила. I think we're Блин, done я давно Бейлис не пила. Я вот недавно гранатовое Enjoy вино show, пили, а так. I guess there's one rule on the Citadel, huh? С остатками этой Бейли. Я ее приготовила на 3 дня, пол, как выяснилось. So sickeningly uptight. Then why are you here?
Cerberus stole Omega from me. Ловушка, не страдай. Все нормально. You will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. Бюрократический ад. Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. Ну, как бы... Ты жива! Это главное. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. Хреново. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Так. Допустим, сброд. Gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Sun's leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Okay. Кто-то, смотри, бухает. О, господи. Хорошо, что это был не Гарус. Так, а где котик? Ой, валяйся, валяйся, котик. Да, женщина, отстаньте от меня. Ты что здесь делаешь, а? Эй, командир! Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You think I don't like getting dirty? Oh, now, come on. I didn't mean anything by it, Commander. Что ты здесь делаешь? What did you mean, then? See those Marines over there? None of them officers. Just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. Так. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Я думаю, сейчас вот после, собственно, бара закончим. Don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably? And you fill out a uniform like nobody's business. Just saying. But I know you're human. Just like me. But not then. Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human specter. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. Так. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, you want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Окей. Угощу. I like the way you think, Lieutenant. Compadres! Hey! The commander would like you to have a drink. Я уж так делал один раз. So here's to us. Who's like us? Damn few! And they're all dead. Sorry, Shep.
Thought you'd know that one. Thanks for the warning. Mm. Thanks for the drink. Ничего страшного. Репутации дали. When we get back to Earth, I'm buying. Только денег не сняли. Почему? Я думала, денег снимут. Блин, вот сейчас вот если слушать это все, то дают всякие кодексы, дополнения, это прикольно. Раньше как-то плевать было. Ну, послушал ты какой-то разговор, но не всегда ты можешь помочь. Ладно. Здесь какая-то тусня, меня не пускают. Почему? Твари. Где я еще не была? Где-то больница была, в посольство была, доки, зона хранения. По-моему, здесь не была. Пам-пам-пам. Противный был такой. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. Mm. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. Ну, блин. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Where is my family supposed to go? Вот именно куда. But they can't land here. You can't. Я поддержу беженцев. A few more people, officer. And who the heck are you? Oh. Oh. Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. What the heck? So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Ни хрена себе. I... Да пожалуйста, блин, это просто какая-то пипецовая тема. Охренеть. Охренеть. Это что значит? Если я не подошла, его семья в жопе мир была. Пропал. Охренеть. Сколько пропавших. Блин. Но. Почему я не могу ничего купить и пожрать, а? Авина. Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. This level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. Рассказывай. Беженцы. How many people are stranded here? Any personal information pertaining to residents of these facilities. Да успокойся, Лулошек, но я же не виновата, что здесь автомат с едой, ну правда. Adequate? Absolutely. Furthermore, relocations requests are being given top priority. The Citadel is dedicated to ensuring optimal solutions for all. Примечательности какие здесь есть. Docking area was formerly reserved for Alliance Embassy deliveries. However, Councillor Udina recently put forth a council motion that it be converted to accommodate civilian emergency housing. So how did the council react? The motion passed with unanimous approval. Since then, all major races have contributed to the funding required to maintain this area. Жесть. Can you tell me about the security protocols you mentioned? Due to the high influx of civilians and new streamlined processing measures, travel from this area is carefully monitored. These are merely precautionary measures to ensure the safety of permanent Citadel residents. Оп. Минуточку. Кое-что найду.
в ящичке. Окей. Так, большая зона цитадели. Допустим. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D24, which is tagged to your biometrics. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Do you have any information on purgatory? The term purgatory is present in no. The Citadel Tourist and Visitor Board. Please. Так, дальше пойдем. Excuse me. What's your name? Descartes. Christoph Wasser. Good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in there. I don't know how long it was since I escaped Lyon. Do you know Lyon? Mm-hmm. No. Они только что ручками так шевелили странно. Странно очень. Странно. Прикрепленное оружие увеличит урон в ближнем бою. Я только две штуки могу прикрепить. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Да, у Дина очень мерзотный, прям с самого начала был мерзотный. Тут свободная хатка. Свободная хата. Так. Так. Тут мужик мутный. Let's check on those medigel supplies. Yes, sir. And have we heard anything from the hospital? The surgeons there are all busy. Keep on it. Some of these wounded don't have much time. Что ты здесь, мать твою, делаешь? Подожди. Что за хрень? Подожди. Что за хрень? You are looking at VI model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. Что за херня? Что за херня, Гарус? Гарус, ты чё? А я тогда хотел пошутить на тему того, что голос у него похож на Гаруса был. Shepard. What's happening? We convinced the council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war. It's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why.
Сейчас, минуточку. Так. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. Бывало и лучше. Что за хрень с Шепардом? It's been rough. Well, don't forget to come up for air. And not just because all these people need you. Because I need you. Это, конечно, хорошо, но что это за хрень? You have a copy of a Shepard VI? Oh, yeah. The one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. I come pre-installed with an SSV Normandy flight sim. Got any pets? You look like a Varan person. What? Always nice to see you. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Oh, да. Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. Wow. Aria wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. Именно я живая и здоровая. Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Torian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Aria as soon as Oraka's dead. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Aria's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Aria seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Aria I still expect her blue ass in bed with me. Oh. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. О, Лолошка, я тоже поздравляю с заказом еды. Теперь ты поешь, надеюсь. Так. Один черт. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. В принципе, мне надо закругляться. Сейчас мы закончим вот за это локо изучать и все. We all have our delusions.
Так. Что у нас здесь? По-моему, все. Там коты были. Ради все. По-моему, все локи на цитадели прошерстила. Сейчас глянем. Посольство, бар, больница, вообще президиум. Так, я, пожалуй, на Нормандию, и там разлогиниваюсь, и все. Да уйди ты, зеленая хрень. Ёлки-палки. Ну, давай. Тебе бесит, что сразу не получается. Минуточку. Все, в принципе... На этом, мне кажется, надо заканчивать. Я хочу сказать спасибо тем, кто донатил. Хочу сказать спасибо тем, кто подписывался. Вот. Завтра, думаю, что можно будет продолжить страдать. Вот. Для этого надо будет в 19:00 прийти. Вот. И это самое, смотреть стрим. Я завтра не буду так тупить, как в начале этого стрима, надеюсь. Вот. И вот. Слово паразит. Поэтому давайте как-то так следите. Я вроде в 19:00, если чуть позже, я напишу об этом в группе и в Твиттере. Вот. До завтра. Сейчас я буду выключать. А я вчера, кстати, забыла игру выключить до вечера позднего. Вот. Так вот, надо сейчас не забыть. Поэтому пока. Да. Всё.